Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. В этом году он особенный. 50 лет назад русская чайка Валентина Терешкова открыла космос для лучшей половины человечества. С тех пор больше 50 женщин Земли увидели нашу планету с орбиты. Уверены, этот список вскоре пополнится новыми именами женщин-космонавтов России. Поверьте, в космосе без вас, как и на Земле, нелегко. Экипаж 34-й из